Всем привет! Так, вот сейчас время 7 часов. Какой рок у нее? У нее колеса рабочие. Американская или наша машина? В 2013 году. Это главная транспортная артерия Республики Алтай. Здесь у нас Москва. 4100. Даже не бросится. Как запоздал. Кругом вот такие скалы. Плоскогорье какое, высоко в горах. Вот такую мы нашли долинку. Вот чем занимается там отряд женщин? Всем привет! Сегодня у нас третий день нашего путешествия. Видите, все какие радостные. А знаете почему? А потому что мы потеряли вот эту камеру. А потерял я ее. Ну, думал, в речку уронил. Уже все обследовал, берег, ну, вроде близко не подходил. А оказалось, она здесь, в палатке. Андрей говорил, ладно, завтра найдем. Ну, я, конечно, надеялся. Но были маленькие сомнения, маленькие. Вот, а утром они укрепились сомнения. Потому что я обследовал весь берег, что только не нашел. Нашел зубную щетку, нашел рыбью голову, нашел, я не знаю, банки всякие алюминиевые. Вот здесь вот я все обследовал, думаю, ну как я? Я дальше вот этого камня не заходил. Ну, камера нашлась, та-дам. Так, вот сейчас время 7 часов, видите, солнце еще за горами. Я-то встал пораньше, где-то в 6. Ну, обследовал пока берег. Вот. Значит, вот оно еще за горами, понимаете? То есть восход где-то вот там вот. И оно сюда перейдет где-то часам, я думаю, сколько время. Ну ладно, неважно. Вот она, Катунь. Бежит целую ночь, она бежит. И шум, знаете, такое ощущение, что поезд где-то идет. Ну, не так далеко. Да, Андрей? Кажется, что поезд идет, да? Ночью. Ребята, не поверите. Я ночью заставляла себя не смотреть на эту воду. Сажусь в машину, смотрю на воду. Я не могла спать. Я утром уснула только, потому что меня сон. Потому что вымоталась. Да. Я реально смотрю на воду, думаю, господи, сейчас нас унесет с Настей. Как нас с Настей? Она построила себе такие картины, красочные картины построила. Не говори. Что она плывет по Катуне. Плывет, Хонди. Тонем. В Хонде. Сам тонуть-то невозможно, там не глубоко. Там машина будет буксовать. А наша Хонда, видите, вот тут бугорочек есть, вот. Она просто так не пойдет туда. Плюс положили камни, вот здесь вот. Вот здесь камешки. Плюс она на ручном тормозе, и плюс еще на парковке. Но Лариса не спала из-за этого. Потому что шумит вода. Да, вода, вода. Смотришь, вода. А мне что сегодня приснилось? Как искали камеру, нашли какого зверя. Представляете? Мы его, конечно, отпустим. Вау! И сейчас август месяц. Представляете, ребята? Вам понравилось? Она не укусит, я надеюсь. Да, я надеюсь, тоже. Какая она укусит? Она вся жидкая. Смотрите, вот она. Красавица. Смотрите, какой рог у нее. Это хвост. Это хвост? Вау. Я подумала, это рог тоже. Не, вот голова здесь, теперь. Вот. Ладно, мы сейчас внучке покажем и отпустим ее. Сначала поджигай. Готовим кипяточек для каши. Что-то мало кипятка. Вот оно, солнышко. 7:35 вышло из-за горы. Видите? Сразу веселее стало жить. Ха-ха, мы варим воду для каши. И тут вот мне организовали чаечек. Класс. Встала наша внуча. Нету шапки. Будешь хлопья просто с молоком? Насть, помаши ручкой в камеру. Такая деловая. На Катуне какие перекаты. Далеко видно, не видно будет. Камера не приближает. Это же экшн-камера. Да, конечно, красиво. Но холодно ночью. А вот наш лагерь. Сейчас покажу вам нашу конструкцию. Смотрите. Вот такая вот труба. Вот эта лампа паяльная. Пламя поднимает наверх. И тут стоит посудина. Ну, скоро закипит. Ну вот мы и позавтракали. Такими кукурузными хлопьями, да. Кашками. Ну так, ничего, вроде, сытно. У нас мюсли с фруктом.
самым. Да. А Настя пошла отпускать гусеницу на волю. Ну, отпустила. К своим. Пупсинь. Как? Пупсинь. Пупсинь и как еще? Бупсинь. Бупсинь. Пупсинь-бупсинь. Отпустила пупсиня? Да. А вот тут Лариса уже суетится. Отпустил наш холодильник. Да, вот это холодильник. Не переживай, у нас есть вода. Он холодный еще? Так, себе или нет? Ну, холодный еще. Еще он мясо есть. Ну, третьи сутки, вот представляете, вот ну, это. И вот... то мы тут особо не клали. Не сохраняли тепло, да? Ой, холод. Да. О, а яблочко можно? Да, это я всем приготовила, что мы их возьмем. На Катуни. О, вон там камень лежит. Сколько он уже тут лежит, неизвестно. Такие пороги. Ну, а я пришел за водой, ну, чтобы руки мыть и не использовать питьевую воду. Хотя тут немножко она мутноватая. Какой-то известняк или что здесь, не знаю. Сила. Так, вот мы собрались. Девчонки здесь тоже прихорашиваются, собираются. Да, Настя? Помаши рукой. В таком у нас состоянии наш боевой конь. Вернее, верблюд. Конь он там наверху, а это верблюд вьючный. Тащит нас. Андрей вон помылся, пошел, ноги помыл. Короче, едем. Фотаются, пикчерятся. Вот так, чик наклони, чтобы вот перерода вошел. Нет, вот они красиво. А я сбоку только вот тут, чик. Перерода. Перерода, Вася, смотри, какой перерода. Цветочки там. Зелень, мелин. Зелень, мелин. Третий день нашего пути, тронулись мы с Катуни, вот на этой речке ночевали, все прошло нормально, правда ночью немножко прохладно, все-таки август месяц, уже сегодня 7, по-моему, августа, да, Андрей? Да, мы 5 выиграли, выехали 6, 7 августа утро, сейчас, наверное, часов 10 утра, да, или сколько? 9.37. Ну, все, едем на Марс. Марс. Вот сейчас сидим, рассуждаем. Третий день пути, а мы едем все еще от дома. В горный. Представляете, сколько здесь интересного всего, что за 3 дня, вернее, за 2 дня, на 3-й, мы еще не доехали до туда, куда планировали. А может, в Монголию маханем? Монголию? Ну. Ну, можно. Коровка мана. Да, коровки идут. Молоко несут. Вот наша жизнь. Корова. А вот это бизнес зарос называется. Видимо, из-за коронавируса или что. Там вот кафе, гостиница, наверное, все-таки работает. А вот этот бизнес почему-то плохо функционирует. Ну, далеко забрались мы, правда, но тем не менее. Памятник истории 100 метров. Что за памятник? Памятник истории, обелиск павшим в боях за советскую власть. Какой олень мощный. И источник Акбум. Еще а? Как ты будешь набирать? Вон оттуда снизу бежит. Не знаю, а стоит ли оттуда набирать или а какая разница?
Да, вот так вот. Замерзли? Да нет, нормально все. Короче, я говорят, буду... горный источник. Мы недолго остановились, дальше поедем, там будет селение, я заберу. Вот он, памятник. Это за советскую власть. Павшим в Горном Алтае, да. От басмачей. Памятник. Скорее всего, сейчас прочитаем. Покорителям Чуйского тракта. Спасибо. Что тут пишут? Бюст. А, есть по Чуйскому. Есть по Чуйскому тракту дорога, много ездит по ней шоферов. Был один там отчаянный шофер, звали Колька его, Снегирев. Он машину трехтонную АМУ, как сестренку родную любил. Чуйский тракт до монгольской границы он на АМА своей изучил. Все, хорош. Кому надо, в интернете посмотрит. Так, ну что, вот она, трехтонка, да? Ой, так это все стих до сих пор. Все. Да ты что, да. Поэма целая. Так, а вот наша внуча. О, нифига, у нее колеса работают. Рулевое. Тихо, не крути, а то сейчас еще свалит. Смотри, резина хорошая. Заводи тогда, поехали. Гудьер. Коробка, правда, не работает. Гудьер. Это американская или наша машина? Андрей, смотри. Андрей, Настя. Да, заперли же. Высота 4 метра, наверное. Колька Снегирев. Видите, кто-то розы. Так, конечно, сделан. Да нормально, не монументально, но пойдет. Резина, представляете? Гудьер. Гудьер ли? Блин, резина настоящая. На, Андрей, там поснимай как. Папочка, пап, садись за руль. Да ладно, ничего, пусть стоит. Тебе нравится здесь? Да. Давайте за руль сядем. Мы на такой ехали, вместо Хонды. Давай ты сюда сядешь, а? А что ты там снимаешь? Да дай, просто природа дай. Снимал. Ну, вот тут честно, смотри, честная скорость 60. Так, погоди. Уже стоит? А, всего? Всего, да. Ну, 50 будет ехать нормально. Коврики, все, смотрите, Деда, такое. Деда, давай ты за руль сядешь, а? Садись за руль. Да, я... да руль, конечно, тут это. Аутентичный, так сказать. Помоги мне слезть. Давай. Так, а что там написано, Андрей? Не видно? На шильдиках. Сейчас нам папа будет читать стих. Я тоже хочу в машину залезть. Памятник сооружен в честь мужественных водителей, которые по Чуйскому тракту в годы Великой Отечественной войны, преодолевая трудности, перевалы и крутые повороты, возили грузы для фронта. Интересно, куда они возили грузы и откуда? Хоть бы написали. Сейчас напишут, наверное. Потом для возрождения народного хозяйства работали на благо и развитие Горного Алтая. Это одна из дорог, в проектировании которой принимаю участие автор книги «Угрюмая река» Вячеслав Шишков. Чуйский тракт – это память о многих людях, которые были репрессированы и трудились в тяжелейших условиях
на строительство этой дороги. Чуйский тракт – это главная транспортная артерия Республики Алтай. Начало строительства, конец, так, начало строительства, что-то не пишут, двоеточие, 19 век, начало, 20 век, дата сдачи в эксплуатацию 1 января 1935 года. Протяженность автомагистрали 963 километра, проходит по трем российским субъектам Новосибирской области, Алтайскому краю, Республики Алтай. Данный памятник был построен по инициативе главы Республики Алтай Александра Васильевича Бердникова. Ну что-то Бердников кругом и там, и стелу сделал, здесь памятник. Его отец, фронтовой водитель, большую часть своей жизни провел за рулем автомобиля на Чуйском тракте. Выражением сердечной благодарности всем, кто принимал участие в строительстве этого памятного объекта. Ну да. Смотрите, все уже такие взрослые мужики лезут за руль, интересно всем. Ну да, это история. Это наша история. А грузовичок повыше стоит, чтобы в него меньше залазило народу. Все равно, наверное, кто-то прорывается. Вот такие вот горы здесь, видите? Как тебе нравится, Лори? Мне здесь все нравится. Вот видите? Кстати. Тут Лариса чисто случайно обнаружила, что у нее такие астменные, как сказать? Астматические приступы прошли. Да, астматические приступы. Не знаю. Ей нужен горный воздух. Вот такой вот архитектурный комплекс. Вон там наша, вон вторая Honda. Это первая не наша, Honda Orchia. Наша Honda Civic. Смотрите, долина реки. А тут заклеили, я так понял, с разных стран люди приезжают и свои наклеечки оставляют. Или всякие там Москва. Ух ты, Honda. Что здесь? Пекин, Париж. Вау. В 2013 году. В 2019. Севастополь. А я поднимусь здесь до столба. Разные направления. Так, смотрите. Здесь у нас Москва. 4100. Новосибирск. 745. Горно-Алтайск. 300. Улан-Батор. 1838. То есть Монголия. По Чуйскому тракту. И Ташанта. Вот так вот. Такой вот приграничный столб. От него такой вид открывается от столба приграничного. Или какого? Кстати, мусорки. Смотрите, какая красота, ребят. Обалденная. И речка еще там. Внизу. У нас ситуация. И смотри, стоит и смотрит. Ну ты иди быстрее, ё-моё. Мой малыш там стоит. По-моему, свежий-свежий, да, малыш? Ну, маленький еще. Да-да, не бросится. Как запоздал, он родился. Здесь сделано под старинную крепость. Не знаю, что это такое. Можно дойти, кстати. Ну да. Сейчас едем за Акташом. Акташ, такое селение. Вот такой воздушный шар. Я не знаю, что он делает здесь. Никогда про них не слышал, про эти шары, что здесь шары запускает кто-то. Но тем не менее, вот он есть. Наверное, на веревке как-то поднимают аттракцион.
он двигается? А, он крутится. Что, дисклей будем брать? Озеро. Высоты Алтая. Ну и что, даже выше горы. А, это гейзеры вот здесь. Остановились, как говорится, носик попудрить. Кругом вот такие скалы, или как, горы скалистые. Смотрите. Вот такая панорама. Там внизу речка. Это Чуя или Катунь, Андрей? А? Это Чуя или Катунь? Катунь. Катунь река. Интересно, мы до тех пор доедем, которые не было пираться. Откуда мы имеем воду? Трава росла, росла. На земле. А потом семечко упало. Смотрите. Заезжаем мы в Кош-Агачский район. Ребята, Кош-Агачский район. Это почти конечная цель нашего путешествия. Не мог не сфотать, смотрите, какая дорога. Туда, сюда. Даже разметка пляшет. И появились горы ближе к Кош-Агачу, которые выше облаков. Вот здесь вот я тень не успел заснять, а вот эти достают своими макушками до облаков. Зато снега здесь не видно. А там был снег. Там был снег, да. Ребята, смотрите, вот там облака, да, наверху. А в них врезаются горы. Посмотрите, какая красота. Вот это горы. Это уже не один километр и не два. Это уже минимум пятерка, а то и больше. Представляете? Тучи там прям. Вот здесь мы выехали после селения Курай. Ну, как говорят, это Курайская степь. Нам показалось, что это больше на долину похоже, но тем не менее, смотрите, плоскогорье какое высоко в горах. Здесь живут люди. Интересно, конечно, ландшафт поменялся. Высоченные горы, между ними такая степь. Дорога прямая, как стрела. Это вот Курайская степь. Не доезжая до Кош-Агач, примерно километров 30, вот такую мы нашли долинку. Вот это река. О, закрылась. Это папа меня закрыл. Река Катунь. Смотрите. Здесь вот куча костров. Но мы костер жечь не будем. У нас паяльная лампа есть. О, как-то дымно. Так потому что сюда идет дым. Вот такой лесочек. Ну тут классно, конечно. И тут река как-то немножко поспокойнее. Что, девочки, мальчики, мы остановились тут покушать, а тут с нами, вернее, наверное, какой-то женский приход женского монастыря, не знаем кто, тоже сели покушать. Вот. Ну, Андрей предположил, что они должны купаться голиком. Ну, не знаю, поживем, увидим. Ждем-с. Пацаны особенно, ждем-с. Смотрите, их там 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 человек. 10 на 2. 13 голых баб. Ну вот, даже водитель, видите, мужчина отъехал от них подальше, чтобы не смущать. А мы мешаем. Какие шайтаны? Шайтан. Она с ними едет настоятельница, и она... Чтобы, не дай бог, чтобы не произошло грех, водитель отправила вон туда, на пригорок. А что тогда он на пригорок уехал? Просто, чтобы не смущать.
Так, девчонки, мальчишки, смотрите, сегодня третий день. Лариса подгадала еды, что нам как раз хватило на 3 дня. Но так как у нас путешествие немножко затягивается, видите, как Настя кушает мясо, она не хочет, чтобы у нее было хороший голосок. Зачем ты бьешь по камере? Будешь смотреть на себя и смеяться над этим. Вот. А река-то, я, оказывается, ошибся, это не Катунь. Встаю. После небольших вчера я технических стоял, причин. Сядь на... На, вот сюда сядь. Mm-hmm. Вон на этот сядь. На... Вот, садись. Да вон он на... сядет на матрас. Тут у нас Настя решила посмотреть, чем занимается там отряд женщин. Матка! Я хочу себе муравьев. А где ты взяла? Ой, что-то упало. Вот. Нет, у нее крыльев нет. А. Красный муравей, пойди. Матка-то с крыльями, да? Так, вот, отъезжаем мы от нашего места стоянки. Смотрите, вот такие вот столбы электропередач, линии. Или связи это, я уже не знаю. Здесь мы были. Красота. С вороток на ворочащийся Кызылчин. Это так называемый Марс. Марс, сейчас посмотрим, что там за Марс. Может, все-таки это Венера.